Здравствуйте, мои хорошие! И снова с вами магазин Lucha.ru «Серебряные украшения». Сегодня у нас шедевр творчества компании «Эмали С». Это цикады. Посмотрите, какая работа. Именно работа по серебру, работа по ювелирному искусству и, конечно, по эмали. Роскошные совершенно вещи. Знаю, что цикады к ним относятся по-разному, хотя это символ вообще защиты семьи, по-моему, в российской истории. Ну, в общем, давайте просто как произведение искусства. Посмотрите, какая прелесть. Она словно живая, вот эта брюшка. Здесь у нас стоит жемчуг и стразики по бокам. И ручная, опять же, роспись эмалью. Это у нас брошечка, хотя, в принципе, под нее можно аккуратненько продеть цепочку и носить ее как кулончик. Сережки. У сережек английский замочек, очень хорошее открытие, немного они занижены. По весу эмали не тяжелые, поэтому вес у них всего 11 грамм, причем что они, посмотрите, какие достаточно большие, вот такие вот настоящие, переливающиеся, прям перламутровые такие. И с черным тельцем, да, красотки две. И колечко. Колечко, оно безразмерное, посмотрите, то есть вы можете для себя его разжать или поджать. И та же самая цикада, с немного приоткрытыми крылышками, подвижным брюшком, собственно, которым она издает звук. И дальше мы смотрим. Зеленый у нас осталось, посмотрите, божественная совершенно по расцветке. Осталась одна, уехали колечко и серьги. Сиреневый есть весь комплект. Посмотрите, тоже какая красота. Тем более, по-моему, этот цвет как раз цвет этого года, да, объявлен институтом. Поближе ее покажу, вот так вот все вместе. Мне кажется, очень эффектно она тоже смотрится. Для кого тот золотистый показался слишком желтым или слишком золотым, а вот этот будет, наверное, то, что надо. Посмотрите, какая красота. И дальше мы смотрим белоснежную. Тоже очень интересная, такой эффект, там брюшко у нее такое бежево-серое, практически как будто она живая. Колечки безразмерные, поэтому я все их примеряю на одну руку. Такая вот белоснежная красотка, посмотрите. Прям семейка цикад, которые принесут в ваш дом счастье. А мы вас ждем в нашем магазине. Всего самого-самого хорошего. До свидания.